Кто из нас не хотел стать миллионером? Очень многие, но далеко не всем это удается. К счастью, мне сегодня повезло, и в моих руках ровно 1 миллион рублей. Правда, измельченный и спрессованный. А вот заработать настоящий обещают научить на фестивале финансовой грамотности. Здесь очень много мероприятий, в том числе и разные экономические игры. Чему вы учите здесь? Здравствуйте, мы представляем игру по повышению финансовой грамотности населения. Хотите принять участие в нашей игре? Да, конечно. Что мне нужно для этого делать? Вытягивайте вопросы. В течение какого срока действует утвержденный бюджет в РФ? 36 месяцев, 12 месяцев, 18 месяцев. Все-таки, я думаю, наверное, год. И это правильный ответ. Что ж, похоже, это первый шаг на пути к миллиону. В жизни, разумеется, все намного сложнее. Чтобы стать успешным финансистом, важна не только экономическая эрудиция, но и уверенность в собственных силах. А ничто так не мотивирует, как возможность воочию увидеть будущие миллионы. Для этого на фестивале организовали специальные фотозоны, где каждый мог сделать снимок с табличкой «Я миллионер» и даже подержать огромные суммы в руках. Купюры в мешках, кстати, настоящие, только вот расплатиться ими не получится. Банкноты уже вышли из обращения. Всегда было интересно, сколько весят 10 миллионов рублей. Что я могу сказать? Я непонятно, сколько здесь килограммов конкретно, но ясно одно – поднять 10 миллионов непросто. Чтобы правильно обращаться с современными деньгами, неплохо бы узнать и историю появления денег. В этом участникам фестиваля помогла выставка «250 лет российским бумажным деньгам». Наиболее интересное – это деньги периода временного правительства. Эти денежные знаки получили прозвище «керенки». Вот здесь мы видим крупный такой образ. На самом деле выглядели они вот так, вот. Вот так вот. И, что самое интересное, выпускались они вот такими вот большими неразрезанными листами. И гражданам еще приходилось самим отрезать необходимую сумму при оплате. Получив заряд мотивации, можно задуматься и об открытии своего дела. Но путь начинающего предпринимателя непрост, ведь нужно обладать большим количеством информации – юридической, экономической, управленческой. На фестивале гости могли задать вопросы сотрудникам налоговой службы, Роспотребнадзора и Федерального фонда по защите прав вкладчиков и акционеров. Полезные знания получили даже предприниматели со стажем. Мероприятий таких можно проводить почаще, так. Человек должен знать, как использовать свои финансы, как сберечь свои деньги. Хочу выразить огромную благодарность администрации городского округа Химки, управлению торговлей, также правительству Российской Федерации за поддержку инвестиций малого и среднего бизнеса. А вот эти ребята только начинают свой путь. В этот раз школьники решают экономические задачи на брейн-ринге в рамках фестиваля. Одну из команд возглавляет Даниил Ситников. В свои 16 лет парень уже имеет четкий план развития не то что предприятия, а целой страны. Мне интересует именно прикладное значение экономики, чтобы с помощью каких-то эффективных, оптимальных экономических решений поднять город Химки и поднять Россию. Привлечь инвесторов нужно найти оптимальные точки роста, с помощью которых можно поднять. Например, у нас достаточно высококвалифицированные ресурсы, кадровые ресурсы. Можно использовать их. Еще одно качество предпринимателя – умение быть всегда начеку и вовремя распознавать обман. На фестивале успехом пользовались лекции о том, как уберечь деньги от кибермошенников, и экспозиция «История обмана» о финансовых пирамидах. А в лаборатории денег всем желающим рассказали, как определить подлинность купюр. Вот у меня есть две купюры – 2000 и 200 рублей. Как мне определить, что они действительно подлинные? На что мне нужно смотреть? Давайте посмотрим банкноты, возьмем лупу. Со стороны кажется, что у нас банкнота имеет один цвет. Но если мы ее приблизим лупу к банкноте, то мы увидим, что у нас вся банкнота состоит из микроизображений. По словам сотрудников Банка России, подделать такие микроизображения крайне сложно. Но на всякий случай лучше подстраховаться, еще и посмотреть на просвет. На настоящих банкнотах видны водяные знаки. Зачастую важно не только распознать фальшивки, но и перевести большие суммы денег. И здесь также пригодится опыт Банка России. Это инкассаторская машина, и она вмещает до 10 тонн. Если мы берем 5000-ные купюры, сколько это примерно денег она перевезет? Ну, около миллиарда. Оказалось, что в пути этот миллиард охраняют два человека. Почувствовать себя инкассаторами смогли и школьники из Химок. Девчонки, скажите, вы первый раз в инкассаторской машине? Да. И как ощущения?
Очень тут можно жить. Да. Внушительные размеры. Важно не только заработать, но и сохранить накопленное. Теперь можно сказать, что по крайней мере сотни химчан умеют грамотно обращаться со своими финансами. Ксения Брагина, Дмитрий Бочаров. Новости Химки ТВ.